Я считаю, что сегодняшнее мероприятие, оно, безусловно, наверное, поднимет престиж Golden Group как некого центра притяжения финансового сообщества в регионе, в частности, в городе Красноярске. Думаю, что, наверное, если подобные вещи будут проходить чаще, то это даст определенный какой-то апсайт и рост финансовой грамотности, и, наверное, финансовых каких-то сделок в Красноярске, в регионе вообще, где бы они ни проводились. С нашей стороны, вот со стороны компании «Церих», мы пытались рассказать об инфраструктуре рынка со стороны эмитента, со стороны заемщиков капитала. Я надеюсь, что эта информация была полезна для участников мероприятия, ну, чтобы они видели всю картину целиком, понимали, за счет чего они получают свою доходность, с какими рисками и возможностями это связано. В ближайший год мы еще увидим продолжение снижения ключевой ставки при достаточно низкой инфляции, а это значит, что ставки по депозитам продолжат падать. Но если мы, например, забронируем сейчас для себя доходность в облигациях, то она у нас сохранится на весь год вперед. Есть инструменты, которые позволят с определенной надежностью, да, позволят получать доходность выше, чем вклады. Но для того, чтобы пойти приобрести эти облигации, необходимо знание. Ну, то есть, что такое за инструмент? Чем отличается вексель от облигации, да, то есть, или облигация от той же самой акции? То есть, вот эти знания как раз, они приобретаются вот здесь, на таких мероприятиях, когда можно задать вопрос любому выступающему, чем они отличаются, может быть, какие там особенности обращения и так далее. Идея продвижения такого вида заимствования, как облигации, в массы сейчас на данный момент очень актуальна. Потому что банки не дают иногда финансирование некоторым организациям, которые хотели бы его получить, и им действительно оно нужно. Единственный выход – это выпуск, допустим, коммерческих облигаций. Поэтому это просто мероприятие, организовано для знакомства эмитентов и инвесторов и, соответственно, знакомства с брокерами, кто оказывает услуги как эмитентам, так и инвесторам. Быть интегрированным, наверное, это самое важное, потому что финансовое сообщество, оно такое все-таки небольшое, и очень важно быть открытым и понятным. Потому что, когда человек приходит покупать наши ценные бумаги, он спрашивает у брокера, спрашивает у организатора. И мне очень приятно, когда наш организатор, это компания «Церих», говорит о том, что да, мы проверили, мы разобрались, и мы говорим, покупайте, покупайте в первую очередь, покупайте сейчас, потому что потом это будет стоить совсем других денег.